Всем привет, друзья! Вы смотрите мультик Пэр. Сегодня у нас обновление Минави ремодель. Посмотрите, вот такая она была раньше Минави. Размером с Дзюфита чуть его больше. Давайте посмотрим, как она изменилась. Подпишитесь на канал мультик Пэр, а мы продолжим. Смотрите, так она была до ремоделирования и такое стало сейчас после. Напишите в комментарии, какая версия вам больше нравится. Мне кажется, что старая была лучше. А мне кажется, то, что все милые, очень милые. Но помимо всего прочего, к Минави добавили еще и способности. Вот на примере Экстерери я сейчас покажу. Наш Экстерери укусил Минави. И что с ним произошло? Он чувствует себя виноватым. Это уменьшило урон от его укуса на 50%. И еще он получил 2 яда. Посмотрите, вот рядом с Джеффом у нас старый Минави и новый Минави. Давайте найдем отличие. На голове у нее были лампочки, такие светящиеся штуки, а теперь перышки. Грибы так и остались, и хвост поменялся. И с места событий наш репортер Джеффито. А, хотел! Куда он бежит? Он белый! Куда бежать? Это Минаву! Простите, у нас технические неполадки, микрофон Джеффито не работает под водой, поэтому мы просто понаблюдаем, что с ним происходит. Она зачем-то схватила меня и бежит со мной прям везде. Судя по всему, Джеффито понравился Минави, и он решил его забрать к себе домой. Забавно на это смотреть, но, судя по всему, Джеффито чувствует себя вполне себе нормально, с ним все в порядке. Он не возмущается, ничего, он как настоящий профессионал, в своей профессиональной позе стоит, готовый для фотопозирования в любой момент. Пожалуй, мы прервемся и попробуем восстановить связь с Джеффито несколько позже. Дорогие телезрители, я выбрался на поверхность, и я Джеффито супер-мега способный на все, на любые сложности, потому что я Джеффито, и я крутой. А еще мы сейчас вместе с моим новым другом Минави решили поесть немножко. Сейчас мы чуть-чуть добежим до места нашего, для места нашей еды, и будем пировать. Будем много есть. Посмотрите, рядом с нами еще другие существа. И мы бежим с моим другом Минави наверх, чтобы поесть очень вкусных фруктов. Они растут здесь на солнце. Вот, кстати, мы выросли. Это здорово! И с вами я, Джеффито, прямое включение прямо с горы Оазиса. И я буду есть. Снова прямое включение. Джеффито бежит вместе со своим Минави, и они отправляются. Куда вы отправляетесь? Спасибо, что спросили. Мы сейчас бежим к оазису с водой, с прудом воды. Мы хотим испить чистой водички после того, как мы поели. Он пошел пить, мой друг Минави, и теперь мы вместе отправляемся попить воды еще раз, потому что я еще не успел попить. Теперь мы пойдем дальше, и мой друг Минави решил мне показать свое жилище. Дорогие телезрители, у вас есть уникальная возможность увидеть жилище Минави прямо сейчас. Посмотрите, вот здесь они живут, обитают. И у меня уникальная возможность посетить их гнездо. Посмотрите, вот еще один Минави пришел, и это их гнездо. Очень милый домик, говорю я этим двум Минави, и они со мной тоже разговаривают что-то на своем минавском языке, я не знаю, что это такое. У меня застряла нога, сейчас, подождите, сейчас я выйду. Похоже, не стоило расти в этой пещере, потому что из-за того, что я вырос в этой пещере, не могу теперь выйти отсюда. Мне придется использовать мой телепортатор, чтобы выйти отсюда. Ну что, у нас Джеффито телепортнулся, отлично, с ним все в порядке. Друзья, вы смотрели
отличие Минави старого и его ремодели. Подпишитесь на канал Мультик Плеер, если вам понравилось видео, и чтобы не пропускать новые наши видео. И до встречи в новых выпусках. Пока-пока. Пока-пока. Благодарим Минави, который участвовал в этом видео. Мы не знаем, кто ты, но ты его помог улучшить. Благодарю еще раз этого игрока, который играл за Минави в этом видео.